такое. Все нужно успеть, говорит Ильяна Рашотовна. Отлично получилось. Давай вот этот планчик только заменим. Творческий процесс кипит, впрочем, как и прежде. Но теперь у команды «Химки ТВ» больше интересных и неординарных задач. А все для того, чтобы в преддверии 85-летия «Химок» порадовать телезрителей новым контентом. Химки – город с богатой историей. Здесь множество выдающихся людей и памятных мест. Одним словом, жителям городского округа есть чем гордиться. Именно об этом без прикрас в новых рубриках нашего телеканала. В Химках живут удивительно интересные люди. Талантливые, способные. И когда ты встречаешь таких людей, ты заряжаешься от них позитивом, любовью к жизни, любовью к людям. Хочется таких людей показывать, хочется рассказывать о таких людях. И мы нашей телевизионной командой решили в преддверии Дня города сделать цикл передач, интервью о таких достойных, выдающихся личностях. И вот сейчас вся наша телевизионная семья работает в таком плотном графике, потому что кроме новостей, которые мы делаем каждый день, мы собираем много новых программ. На телевизионной кухне мозговой штурм, в воздухе парит атмосфера креатива, ведь каждая передача должна быть уникальна. Улица Химок мы делим на всех. Вопрос взяла Юля. Пока съемочная группа добывает материал для передач, редакторы и монтажеры украшают телевизионный продукт, создавая для них оболочку. Над реализацией только одной программы трудится целая команда, и здесь важен каждый. Так творческие идеи переплетаются воедино, и рождается нечто новое. Что уникального в нашем городе? Что Химки давно стали сердцем Москвы. На суд зрителей команда «Химки ТВ» представит сразу несколько новых рубрик. Мы расскажем больше об удивительных местах округа, где точно стоит побывать. Познакомим с историями людей, ровесниками города. А еще поделимся фактами, которые точно многие не знают. К слову, сейчас раскрывать все карты не станем, но обещаем, каждая передача точно найдет отклик среди наших телезрителей. Все, мы готовы? Поехали! Это первый и единственный профессиональный театр в Химках, который родился благодаря талантливым и увлеченным людям. Давайте попробуем, наверное, ударить несколько раз у них. За капитанский штурвал, а точнее пульт радиоуправления, выстраивается очередь. В городском округе подготовили насыщенную праздничную программу.